Все, Михалыч уехал. Ух, как валят. Поставил на ручник машину, включил лебедку и стал помогать колесами на подъеме. И шо? Ну я такой стою там метров с 50, землю. Ты колесами помогаешь? Он такой, да. Я говорю, так у тебя ни одно колесо не крутится, и ты не зряжи его. Ну ты на лебедками выкинули, еще проехали какое-то расстояние, а потом рассыпалось сцепление. Дельфин. На бороду. Все. Мне там не бой, я не знаю. Я по-вашему не понимаю. Это не про тебя рассказывали? Нет. Кордон был суровый. Суровый кордон был? База снимает доски и вставляет ее. Тупо стоят так доски. Не сфоткай. Тупо стоят. Кришки, сфоткай. Так, а где фотка эта? А ты уже хочешь спить? Еще раз. Точно я не загорюсь? Да, я тебя. Я так тысячу раз делал. Подожди, становись, значит. Так ты же снимаешь. Дельфин, давай. Становись на пенек, блин. Какой пенек? Как пенек по-польски? Крис, как пенек по-польски? Крис, пенек по-польски как? Не знаю. Руслан, как? Забыл уже, да? Руслан, шипень. Пенек, да? Шипень. 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 Да? Ребята, да. Откуда у тебя такая информация? Точно знаю. Ты что, знаешь польский? Все, да. Ребята, так как... А скажи мне что-нибудь. Долго все эти самые спрашивали и долго пытались узнать какие-то секретные информации. На самом деле секретной информации никак не было. Мы были заняты какое-то время определенной подготовкой и получением разрешения проведения мероприятия в Киеве. И таким образом 2 месяца мы ездили, искали разные места, чтобы сделать найти хорошие локации для проведения мероприятия. Пригласили представителей и нам одобрили. И таким образом хочу официально вам сказать, что наш клуб будет помогать, будет организировать РФС в Киеве. Ура! Борька! Это очень важное для нас событие, но событие, которое требует очень много вложений физических, вашей поддержки и тоже спонсорской поддержки. Начинаем скидываться прямо сейчас. Мы хотим как клуб собрать какую-то долю денег и передать от нашего клуба, от наших коллег, от наших спонсоров. От наших коллег и наших спонсоров хотим передать вклад, взнос в организацию этого важного и хорошего мероприятия в Киеве. Итак, один из первых, кто поддержал нас и сказал, что поддержит, это у нас Саша. Вот. Поэтому хотим вручить вот этой золотой вот наклейку, которая лимитована. Так у него машина троит, елки, куда? Джип-джип! Серебряная или золотая? Первый отозвался, первый поставил руку помощи, первый полетел на РФС Поланд на обучение, туда проходили ребята обучение. Ты запомнил что-то? Сертификацию. Руслан, я ж не блогер, я все запоминаю. Разрешение проведения в Киеве, поэтому прошел такой тоже серьезный путь, чтобы помочь в организации такого, легендарного мероприятия, и круто, что мы дотичны до этого и можем попробовать взять такую мероприятие. Да. И поэтому рассказываю дальше, что... Мы будем выкладывать еще в группе информацию и будем таким образом формировать с нашей команды взнос. Поэтому мы сделали лимитированную серию наклеек RFC. Будут пакеты, которые вам предложим, если будет возможность, чтобы каждый из вас, так как Саня, как другие наши коллеги, поддержали в организации этого мероприятия. Поэтому будет возможность приобретить пакет спонсорский и в рамках
кирпичика получить вот такой наклейку с нашей стороны. Можно прямо сейчас? Макс, у меня лопата можно есть. Сейчас. Лопата можно есть. Сейчас? Да, можно сейчас. Я тоже хочу такую наклейку. Саня, ты что, особенный или что, не понял? Да, да. С деревни утро. А сколько нужно? $7,000. Они тебя обманывают. Помните, как ранчероки подходят? Мне почему-то первая часть речи Криса напомнила. Остап Бендер, собрание. Да? Детей. Давайте, я предлагаю немедленно сброситься на бездомным детям. На межгалактическое соревнование. Не-не, у Бендера наклеек не было, ты чё? Это не принудительное действие. В смысле не принудительное? Эй! Никто отсюда не уедет. Нет, это должен был Саня сказать. Как не принудительное? Эй! Крис! А Крис меня... держали три дня. Крис меня из Польши домой не возвращал, пока я денег не дал. И подливал. Говорит, хороший чай. Это польский такой крепкий. Так это Криса ты выкупил с Польши, да? Выпустили его? Паспорт забрал и говорит, пока денег не дашь, не вернешься. Благотворительно принудительно. Мы на первом таким этапе, поэтому собираем спонсоров. Есть немного тоже... Я такой не особо спонсор, но $100, думаю, подойдет, да? За наклейку между прочим. Офигеть. Желтую давай. Или белую. Да, желтую. Зеленую давай. Ты знаешь, как сложно эти $100 заработать в красной зоне, когда у тебя ресторан? Мы понимаем все дела. Вот, тут уже есть еще один класс. Бизнес помогает. Деньги не отъезжай отсюда на себя. Ты прикинь? Кто следующий? Кому не жалко? У меня есть лопата, я могу копать. Крис, дайте наклейку. Олег Михайлович пока не уехал. Смотрите, мы будем продолжать. У нас РФС будет организовано в октябре. Начало октября. Будем тоже просить вас о помощи всякого вида, не только финансовой, а и помощь в организации. Потому что пока план есть такой, чтобы сделать два вида РФС. Первый это РФС для профессионалистов, а второй РФС... Для лузеров. Второй РФС, мы то называем РФС 0, где можно там разделим еще на классы. Диванные есть такая идея. Диван. Можно будет научиться... Для диванных джиперов. Где можно будет научиться поучаствовать в таких мероприятиях. Для группы быстрого комментирования. Для группы, которая никогда не участвовала в таких мероприятиях или имеет машины, а не хочет ее разложить на профессиональном соревновании. Поэтому будет возможность поучаствовать вот в так званом RFC TR0. Поэтому вас тоже приглашаем на это мероприятие. Готовьте машины. Есть такая возможность, где будут настоящие судья, маршалы, будут все регламенты, все должны это выполнить и пройти все эти этапы, отдельные этапы для ТРНО. А где мой кум? Кум, каверзный вопрос задавай, быстрее. А Шишига в какую категорию пойдет? Баня на колесах. Никто не мог ответить. Категорию на продажу. На Чапаевку. Категория автория, да. Категория автория, только я побеждаю. У тебя там гран-при, да? Мы делаем это мероприятие для привлечения популяризации автоспорта, для привлечения людей. Тихо, Саня. Чтобы люди уже могли там готовить, видеть соревнования. То есть они параллельно как бы участвуют по тем же правилам. Некоторые говорят, как бы они суровые, действительно, правила в РФС, но они, закаляют спортсменов, да, не нарушают, не понимают. Правильно я понимаю, что это то мероприятие, что в прошлом году сделали совместно, Андрюха сделал, пятном сделал на фесте, да, не понравилось. Там не видно. В лес. Так не видно там будет. Там нормально видно. Он возле мангала, встань, там может мясо будет жарить. Там будет мясо через костер не видно, говорит. Там будет мясо жарить. Уже тут не видно. Так с той стороны. А что ты не можешь сюда встать? Что ты там не можешь? Просто там не видно через костер ничего. Нет, я просто не понял, в чем вопрос. Да, был этап, проходила про фрифест. Правильно, так это же мероприятие. Да, это же мероприятие, да.